не дослушали мы трек до конца, друзья. Почему? Почему же мы не дослушали трек до конца? Да потому что уже три раунда финала позади. И сейчас мы продолжим. Небольшие неполадки произошли. Все это пофиксили, все решили. И сейчас мы будем смотреть, как ЕЛТЗ с Б крошат просто друг друга на как минимум двух картах. Первая будет Д Инферно. Соответственно, она у нас уже показывается. Показывается в прямом эфире. Вот три раунда мы посмотрели начало этого противостояния. И вот я обрезал где запись. Пауза? Опять геймпендинг. Да что ты будешь делать? Представляешь? Ну, у меня такая же ерунда. Я делал ретрай, он мне не помогает. И, в принципе, я опять делаю ретрай. И смотрю, что будет. Так, это плохо. Нет, все нормально. Оживились? Это пауза была. Отлично. Всего лишь. Ребята, видимо, мутят, знаешь что? Ребята мутят, есть такая фишка Start Money, делать разные. То есть у контров это будет 800 баксов, а у теров это будет 3600, допустим. Это делается с паузой, какими-то жесткими замутами. Да, это пауза, просто дело в том, что сейчас HLTV с задержкой, а когда ставят, допустим, паузу вот там в третьем раунде, у тебя будет пауза делаться в первом, допустим. То есть с учетом задержки пауза будет не тогда, когда она реально делалась, а она будет тогда, когда ты смотришь, то есть после с учетом задержки. Mm-hmm. Ты ничего не понял? Да, я тебя не понял. Ну, понял. Ну, в общем, короче, ну, да, приблизительно, ждем... что-то где-то как-то. Друзья... Да, сейчас, что, у меня... Вот, у меня... Террорист Вин, я га. Не... Все, они пишут гу, да. Тигры пишут га. Game Going Live. В принципе, я не понимаю, что они решили сделать. Они решили играть... 5К или как? Да, не решили. Вот сейчас вот включалась пауза, вот на этих моментах, скорее всего. Здесь сейчас так, будет перерестарт и. Или они будут бегать убивать друг друга? Будут забиваться деньги. Нет, это не лайв. Да. У меня какой-то вообще. У меня какой-то лаг. Потому что у меня террористы, это контртеррористы модельки, а у контртеррористов это контртеррористы. Как это так, в общем, у меня все... Сделай ретрай. Делаю опять ретрай и жду. Да, финал, конечно, у нас финальный. Не, ну, что такого-то? Заминочка произошла, чего греха таить? Бывает всякое. Самое радует то, что они очень быстро ее решили, вот. Естественно. Администрация и Барена этим и славится. Все проблемы решаются просто вот по щелчку пальца. Все мгновенно, моментально все фиксят. И мы уже продолжаем смотреть наш замечательный финал. А она здесь? Да, ну, наверное, можно после. А где именно? Сейчас лайвы на ХЗ, можно здесь прям. Так, я не можно понимаю, ее пригласить специально в гостем, чего уж тут. Можешь... да ладно, впрочем, уж чего тут... канифолить мозг. Заходим в чатик, друзья, решеточка.имбарена.тв, спрашиваем, задаем, в общем, общаемся здесь. Счет у нас 3-0, продолжается игра, как видим, деньги задали ребята. Так, это лайв, в принципе, да, смотри, у команды атаки, они, кажется, решили обоюдно сделать по 1005, скорее всего, так, потому что дефолт. И просто команде Б 5000. У меня игроки вообще не за той командой сейчас нарисованы. В общем, у меня за контров играет человек, наверное, 7. А, ну прикольно, делай ретрай. Я тебе буду пока рассказывать. Нет, я просто подожду следующего раунда, оно должно пофикситься, по идее. Ну да, смотри, тем временем команда ЕЛТЗ делает первый минус, открывающий, в принципе, остается 5 в 4, довольно для них это очень хорошо. И они все стягиваются на второй мидл, это подсадка в люльку, Кранов у нас в люльке находится, сейчас он будет чекать все ребра. Ждем, смотрим, что они будут делать, я не понимаю. Смотри, они пошумели на полтора, ушли на Б. В принципе, их там ждет Плуту и Айра, это хорошая связка, они давно очень играют. Айра с ВП. А он уходит. Нет, он вернулся, и он услышал всю информацию, информация то, что ребята заходят на Б, делают Плута первый минус, открывающий. Ай, хорошо, Айра. Ребята играют на прием, разобрали двух парней, стали Шимицу и Джимбо вдвоем. Против троих человек. Айра, божественный USP, минус Джимба и Юшимицу. 1-2. Вейк уже в ребра, команда. У него 22 хп и
Есть инфа, есть инфа последнего парня. В принципе, это должен быть размен сейчас фейк. Он спалился, пулек нету, Ишимицу. Да, эх, бывает. Косяк. Ну, это 3... О, 4-0. 4-0, друзья. ХП спрашивает его, 22. Пишут дружно ребята. И не врут. Не врут. Ребята из Б не врут никогда. И счет у нас 4-0 в пользу коллектива Б. Евгений, так, скажите, что скажите, что Евгений Онегин дно. Товарищ, друг мой, любезный, когда писался замечательный рассказ, в котором главным героем был Евгений Онегин, не было Counter-Strike, и поэтому он не может быть дном. Вот. Ну что, это слив. Ой, прыгнуло не вовремя. Я предлагал их ЛТВ, да, но это был слив от команды ЛТЗ, в принципе, сейчас закупной раунд, очень важный. Ганы, это ганы, было... ганы. Это 5-0, им надо что-то ган, делать. Ган, 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 ган. Сейчас будет у нас просто самый настоящий разнос мозгов друг друга. Вот реально, вот чего я ждал, о чем я и вам и говорил. Самая интересненькая, самая клубничка началась. Девайсы. 4 кольта, 1 АВП против 5 калашей. Б, соответственно, ЕЛТЗ. И сейчас будет хардкор. Ешимицу сейчас будет поджимать верхние ковры. Там вдвоем подсадки Тигра и Плута. Параллельно шумят, а так активно шумит под бананом. Скорее всего, не пойдут. Там Вейк и Айра очень хорошо закрепились. Смотри, сейчас что будет просто на коврах, если, ребята, вы там просто спрей 60 патронов парня. Я думаю, они не успеют 60 выцепить. Господи, какой тайминг, это что-то было. Это парень просто уходит с ковров, тигр уходит с ковров, и Ешимица выходит туда. И убивает Плута. И убивает Плута. Сейчас тигра получит. Нет, тигра не получил, тигр разменял, остальные мышечки... 6 хп оставили, торнадо врывается на 20, тигр швели, еще один минус по защите. Очень хорошо ломается 20 у Бэшек. ЕЛТЗ получает, получает вожделенное преимущество. Остаются они 4 в 2. И вы, Ксайро, решили просто... Пузёс! В принципе, довольно, да, хорошо. Приняли. Рассмотрели всю ситуацию, потому что там нереально с 6 и... It's unreal. Нужно быть Арнольдом Шварценеггером, чтобы затащить в этой ситуации, поэтому ребята сейвятся. Шкерятся на бейспоте, их дружно поджимает ЕЛТЗ с банана, да и с респы тоже кранов недалеко. Сейчас будут выбивать девайсы, давайте посмотрим на это от третьего лица. Если у нас парень в нежданчике в рукаве, ЭВПшник в пленте. Ну смотри, они подсаживают, они не шумят, если в принципе сейчас зайдет в спину парень и... Привет, все-таки... Опа, да, минус АВП. Хорошо. Вейка уже не достали. Ой-ой-ой, что за пролаг? Что такое? Нет, все нормально. В общем-то, у нас, друзья, ситуация такая. ЕЛТЗ берут первый раунд, шестой по порядку в этой встрече на первой карте сегодняшнего финала. $2 кап номер 90. И ребятки уже готовы бороться. И говорили нам, что они настроены очень серьезно, правда, немножко подустали. Но будем надеяться, что хардкор еще впереди, самый-самый, что ни на есть, настоящий. Ешимицу начинает. Мажить. Я посмотрел стрим, нас 125 человек смотрит, и это довольно не предел. Так, это не предел, это... друзья, заходим. Заходим еще. Уважаемые, не поленюсь сказать, Лешечка СД, который у нас сегодня был в стриме, и другие товарищи, кто может, кто хочет, говорите своим друзьям. Такая Лёша вообще сделает анонсы, я думаю, еще разочек. Зовите всех на стрим. Нам будет очень приятно, если количество зрителей увеличится, ну, где-то до 300. Это будет просто офигенно. Потому что коллективы собрались веселые. За ЛТЗ играет Дмитрий Хуч Богданов. И он делает минус 2, кстати, сейчас на проходе. И берет второй раунд для ЕЛТЗ. Да, Джимбо, это Дмитрий Хуч Богданов. Мы вас не троллим, мы вас не обманываем. И мало того, что он за них играет, еще в конце игры, при условии, если ЕЛТЗ выиграет, Дмитрий зайдет к нам в TeamSpeak и даст интервью, ответит на пару-тройку вопросов, которые зададут нам в РЦ-чате. imbarena.tv, вот вам повод зайти в чатик. Ну да, мне уже написали в личку один из вопросов, который я сохранил, в принципе, я его задам, и
Я рассмотрел этот вопрос, и он хороший даже, и мне самому понравился он. Ну что, Айр у нас встречается с Крановым на банане, и, в принципе, Кранов дальше не пошел, он отошел, а тем даже временем Айр вообще хочет стянуться под апленд. Только я не понимаю, зачем Айр отходил, а ребята его подошли, наоборот. Все, а Вейк встретил его на респе, и решили они, пойдем, друзья, все вместе. Так будет лучше и веселее. А ребята из ВЛТЗ заходят ребра, и сейчас будет... Опять мясорубка. Флешка опять... на большие. Да, опять мясорубка, опять флеш на большие, и Шмидс уже готов выйти оттуда, и его будет встречать. Кто у нас его встречает здесь? Не, я просто Тигра, от третьего лица. Тигра, Айра, Плута и Эйвен. А Вейк у нас стоит в арке. Вот флешка на большие прилетела, и Шмидс сам белый. Ну, так, плохо, ну отлично, плохо. Разменяли Тигру... Уничтожили просто. В больших песках вроде бы Кранов еще забрал. Ой-ой-ой, ситуация тем временем уже... Какие пистолеты? Три. Просто чудесные и... пистолеты. О, смотри, боже. Джимба, о, боже, Джимба! По таймингу поймал, ребят, дождался, когда останется. Господи, это шикарно. Это, о май гад. Вот он скилл. Это Хуч, ребята. Это Дмитрий Хуч, друзья. Вот это что-то. Ты представляешь, я думал, почему не бреет. Потом я увидел, думал, что не видно этих. Я думал, это зависший сначала. Вижу, двигается. Да. Не видно ж дефов. Дефы не были на спине. Он, естественно, ждет. Он считает. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. И тут он начинает убивать. Вот это да, Дима, браво. Просто это что-то с чем-то. И в результате, из счета 5-0, ЕЛТЗ отыгрывает 3 раунда подряд. И остается 2 матчпоинта до равного счета. Да, конечно, забожил в этой ситуации Хуч. Это было что-то, мне понравилось, красота на высшем уровне, 100 баллов из 100, наверное. Это просто вообще нереально он сделал. Все по уму, все на скилле было. Сейчас такой Дима смотрит стрим и отвечает, а то! Так, а у нас тут девятый раунд, и ребята готовы принимать А-спот. Усилили ребята из Б, а, ну вот почему-то решают перетянуться под Б, там Кранов очень шумит сильно, возможно, поэтому ребята решают перетянуться, и Кранову удается выманить Эвана. И сейчас сплит Аплента, ребра уже во власти ЕЛТЗ, ребята начинают опять свой бешеный раскид на А-спот, и там у нас играет Тигра, какой кольт из больших песков, оставил 10 кп Джимба, сделал один минус разменчика от Эвана, ситуация 2 в 3, опа, нежданчик от Кранова, подождал, да. Кранов, почему-то, Кранов. Ну а Эйвен-то не знает время, то что у Джимба 1 хп и в принципе... Не рискует, не рискует, боится, да, в принципе? Да, уже поджим в спину, да, со всех сторон зажали, к сожалению. Тигра пишет хп Хуч, да, один, просто. Понимают ребята. 5-4 в пользу Б. Ну а что, сейчас лив, эко, раунд и это 3 мидл плюс 2 банана. Хаешечки и в принципе должны сразу идти сливаться, не ждать ничего. Вот так они и не ждут, первым. Ты смотри, какой центр от ребят из ЕЛТЗ, Вейк! Вот это да, Тигра делает еще один хэдшот, Вейк, минус 3 с ЕСПИ, остается один Хуч, вроде двоих человек, забранный дропайер, и все, и шестой раунд в руках Б, вот это аркада, вот это слив, учитесь, Вейк. Ребята! Да, ёкалы мне! Вейк, ребята, хорошо все сделал, Вейк дал 3 важных, нереальных минуса, после чего потом уже Айра просто в зажиме прожал в Джимба. Жесть! Это было, да. Без хаешек, что самое интересное, что самое характерное, ребята просто вышли и все. И голова. Даже не дали дым. Так, ну здесь медленно, извини, прибил уже. Медленный ковры от ЕЛТЗ, ребята аккуратненько подходят к апспоту. Вейк не подозревает, что здесь сейчас будет самая настоящая армада тировская. Услышал, да отвернулся под люльку, боится, что у него выйдет, все-таки один смотрит А-спот. А Плута рядом с ним, так в принципе атака вообще перетянулась обратно. Но Айра не лыком шит, человечек-то вообще люльку, вышку занял, причем уже достаточно давно.
сидел на вышке, тут Йошимицу негодует, как не ослеп его оппонент, но и торнадо ловит. В больших песках, конечно, 7-4. Он поймал в ручейке, но вейк так прикольно его врачок. Опять этот деле. Вейк? Да, он короче, прыгнул к нему в ручеек и тут же оттуда залетел. Ну, вылетел. Да, я это видел. Я это видел от лица смертника, от кто там оставался? Торнадо? Ну что, ЕЛТЗ мне как-то странно показался этот раунд, потому что они не шумели на полтора на медле, а просто ушли. И поэтому получили. Возможно, решили быстро. Шумели? Ну ты смотри, Хуч не жалеет себя ради команды, открывается на Тигру. К сожалению, его убивает, но здесь дропчик. Дропчик в виде АВП его забирает. Вожделенную зеленую кочергу забирает Тиканшвили, остается 1-4. Минус Тигра. Хорошо. Сзади поджим, пачка лежит за спиной. Ждет он хелпу, на хелпе никого. Естественно, полтора палит пачку, защита вовсю. И не даст. Не даст, я думаю. Здесь надо поджим делать с вышки. Я бы вообще, вот играли бы мы, вдвоем бы на вышку залезли, наверное, вот так вот. Решили бы. Но Тихон Тихон ждет. В принципе, отрезать, чтобы хлопу, чтобы парень не пришел с респы. Тихон коллекционирует АВП. Ну, Тихон довольно хорошо стреляет с АВП. Я играл против него, я видел, как он играет. И если бы он пошел, может, он бы сбрил одного-двоих точно. Ага, вот что он сделал. Он просто дропчики поныкал. И побежал сливаться. А что, отличная мысль, по-моему. Не дать АВП. Ну, АВП был у Эвена, сейчас пытался да, вейк, смотри, вейк забрать, хотел чего-то, а там ничего не было. А, купился? Классно, классно, ребят, играют просто на износ, и очень-очень все тактично, очень продуманная игра, вот это я обожаю. Коллективы серьезные, коллективы известные. Что, смотри, подсадка в яме, просто ребята апаются на ящик и ждет то, что АР вылезет с АВП все-таки. А, нет, Айр у нас, Тигр у нас АВП теперь. Так, ну здесь сейчас вейк в люльке, ничего не предстоит сейчас словить Хучу. А здесь у нас, ой-ой-ой, Айр вообще проходит ковры, очень близко к винту. Начал прожимать торнадо, оставил мало хп, минус он. Есть разменчик, Тигр играет с ребером, минус Ешемицу. Преимущество защиты, к сожалению, промахивается по Тиканшвили. Здесь фаст, выход центра, Джимба, минус, минус Арка. Ой, как все быстро, прям не успеваю. Разменчик. Плута сейчас очень важен в этой ситуации. Играет с Плента, заныкался, открывается на Кранова, голова шот. Есть преимущество защиты. Тиканшвили 1-2, с пачкой на руках. Сейчас будет стреляться с Плута. Осталось у него 19 хп, но не дается. Парень воюет, настоящий истинный воин. Теряет Эвана и Плута добивает. Браво, согласен с тобой полностью. 9-4 в пользу Б. Вот так вот. Вот такие пироги, друзья. Как-то я даже не могу простримить, это просто ребята не знаю, что сделают, это нереальная игра, это просто экшен тур, ты еще тут быстро очень все. Я не успеваю просто, я просто смотрю и наслаждаюсь своей игрой, красивая да. игра очень. Это фастбанан, кстати. Да, отлично, возможность Айра сделать сик. Сок. Ну он белый. Он белый, но все-таки получается зажать, но это бешеные диглы, опять от ЕЛТЗ, они могут, я знаю. Вот как шведы играют с диглами, СКшки. Так же и ЛТЗ играть, по-моему, с диглами. Ну, не то, что вы прям на одном уровне, но и... молодцы они, в общем, в этом плане. А диглы жесткие. Возможен раунд за ЛТЗ. Но есть девайс. И преимущество, в принципе, а понял. А девайс-то у кого? Девайс у нас у Куча и... Ой, какая граната от Вейка, минус 2. Угадал, кинул в тупую, здесь Джимбо стоит. Вейк у нас Дима. Просто божит. Дима, Хуч. Вейк просто божит вообще. Да, 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 да. Ой, ах, не получилось. Вроде бы отличные позиции выбрали, но здесь в свою лепту внес вейк, который идет. Статистика, которая 22 к 5. Эдакий терминатор сегодня у нас. Вот сегодня герой сегодняшнего нашего стрима Арнольд Шварценеггер, который играет под ником Вейк. Он, ну не знаю, просто какой-то супер хардкорный типелла. Не уничтожает все и не щадит. В принципе, ничто и никого. Так, ну что, надо сказать, что Тиханшвили отлично открывает этот раунд. Минус был сделан на центре, но не спит защита. Защита отлично играет с кольтов. Подряд три минуса. Уже проход на полтора от защиты. Здесь
вот поменялись по дислокациями атака и защита, из Люльки играет атака, из полтора защита. Джимбо дает все-таки с Глока, достреливает Плута. Вдвоем с Крановым остается против двоих Эвена и Вейка. Очень-очень важный этот раунд, особенно для ЕЛТЗ. Нельзя отдавать его, есть возможность. Надо добивать, Кранов как открывается из Юльки. Минус Лейк и минус Эвен. Месть Чингачгука. 10-5. Да. Мне пишет парень, то, что... Скажи, говорит, то, что Вейк и Аэро... Вейк и Плута играли раньше за The Nation. Господи, ребята, мы знаем без вас, кто где играл. Просто как будто, не знаю, мы такие нолайферы. Мы не знаем, что, где и вообще, что происходит. Мы живем в Бобруйске. Все прекрасно знают, да, все прекрасно знают, кто эти ребята, что они вообще. Что они себе представляют, что они едят на завтрак. Какого тона у них зубы, да, и, ну, я не знаю... Ну, как разговаривать, с таким акцентом. Да. Ой-ой-ой. Ну да, смотри, взрывают в яме просто. Не, ну здесь опять прыжок Кроуцеви неуместный. Отлично, Хае была прокинута атакой на банан. Снесли по пол хп у двоих человек из ЕЛТЗ. И здесь хоть потеряли Плута, предполагают играть ковры. Ешемицу у нас сейчас на коврах. Ответственный за эти замечательные ковровые. Флешка на тайминг выпущена была, но Айра слепой убивает Ешемицу. Ситуация 4 в 4. Пошумели Б. Типа отошли, вернулись обратно, играют из люльки. Здесь Вейк решает. И ведутся. Хуч убегает, Кранов убегает. Тем временем Торнадо делает минус под Б, забрал он Вейка, Кранов вдвоем с Тихоншвили будут сейчас разбирать атаку, атака типа перетянулась, на самом деле вышли на ребра, сейчас будут занимать зелень, на зелени у нас Джимбо играет из люльки, Дима, Хуч Богданов словил в голову, 18 хп ему оставили, отличный минус в арке и атака доминирует пока что, по тактичности, хоть больше... защиты ребята по тактике обыгрывают сейчас ЕЛТЗ. Но все-таки за ЕЛТЗ раунд перестреляли, удалось. Отдельно надо дать должное Джимбо, который Дмитрий Хуч Богданов. 2-0, статистика, 2 последних фрага было за ним. Вот, не успели, кстати, зачитать статистику после первого периода. Это вот плохо. Да, нам было просто не до этого. 22 было фрага у Вейка, по-моему. Ну а это слив, смотри, это слив, 4 ковры Тихон, это... Небольшой муви. Ага, а все из люльки выбежали, вот вся фишка. Это, в принципе, все понятно. Абсолютно не колеблясь, не раздумывая, ребята разбирают атаку, не умирая, не теряя из важных девайсов. Соответственно, по финансам очень хорошо у ЕЛТЗ, и с учетом того, если они проиграют этот раунд, то они позволят себе парочку раз закупиться еще. Вот, это очень позитивная вещь. И это девайс, естественно, от Б. И это fast middle. И, между прочим, минус первый-то от атаки. Здесь... 153, тем не менее, зрителей у нас. Это очень хорошо, друзья, зовем еще людей. На сегодня играет, всем, кто не знает, еще раз расскажу, что Джимбо это никто иной, как Дмитрий Хуч Богданов. Это тот самый человечек. И мы у него обязательно возьмем интервью. И вот Джимбо сейчас вот именно тот самый парень, о котором я рассказывал, творит невероятно. Получает в голову. И получает в голову. Парень получает в голову, да. И в принципе нет инфы по Кранову. И Эйвен остается 19 хп, он заходит в плент и просто ставит. Он понимает, что либо Библия, либо 20. Нужно смотреть двадцатку. Да, открывается и дает головошот Кранову, что это было? Браво. Да, это просто нереально вообще. Я не знаю, что происходит в этой игре. Это настоящие семи-про, друг мой. Нет, ну это не семи-про, это уже профессиональный уровень, ребята. Ну да, с переходом в про. Это Плута, Тигра, это Тихон. Так скажем, это микс из семиков и прошек, вот. Да, ну можно смело сказать, что это две про-команды, в принципе. Профессиональный уровень, профессиональная игра, профессиональный стрим, ты забыл сказать. Это да. Самое главное. Конечно же. Так, ну что, у нас здесь заруба на банане, Айра делает минус, незамедлительно он перетягивается к своим ребятам на 20, это фаст, выход
Это споты, это купается, что творится? Опять прыжок ХЛЦВ, опять серия бешеная от Б. Поставлена пачка в споте. По последнему парню, потому что о боже! И шевелится! Не застрелись, блин! Что вообще происходит? Смотри, плент-то на, ребята, и только стягивается, только начинается тигра, только в пленте, а в принципе... Вейк уже в арке стоит, да. Ну блин, Ешемис, что он делает вообще? Он просто взял сбрил, грамотный зажим. Сбрил троих парней. Просто взял и сбрил, и все. Тёлоткий спрей. Да, вот это игра, вот это накал страстей, ребят, это нереальный финал, просто экшен заруба вообще. Так это первая карта, а потом будет Дефорж. Потом будет еще жестче. А потом до Мираж. Я думаю, двумя картами все не закончится. Будет третья. Бы хотелось очень посмотреть на Мираж, если честно. Форж не так вдохновляет, как Мираж. Мираж я вообще если обожаю. Если была бы третья карта, мне кажется, там было бы еще жестче. 500 раз жестче игра, чем на первых двух. Потому что это все-таки последняя карта, решающая, и, наверное, это да, была бы заруба вообще. Лейший. Прекрасное владение калашем сейчас показывает Эван, завершает Айра тоже и отличается замечательным фрагом. 13 раунд в пользу Би. Это заявка. Это реально заявка. Вот. Так, папа. Надо будет, знаешь, что сделать? Надо будет сделать такую большую картинку посередине, написать адрес какой-нибудь рисуночек ARC чата. И решетки Марин ТВ периодически поверх контри эту фигню выводить. Что народ понимает, что вот сюда вот надо заходить и общаться. Именно здесь. Вот, ну а пока что у нас вроде бы попытка. Без спота. Почему попытка? Потому что тут Дима Хуч, который не дает зайти атаке. Но, к сожалению, уже его разменяли. Но атака в меньшинстве. Каленые ребята. Здесь, естественно, зажимы от ЕЛТЗ. Несколько еще минусов вейк. 1-3. Но есть шансы. Есть много времени. Целая минута. Ешемицу ждет. Ждет, конечно же. Вейка получает в голову. Оставляет ему 19 хп. Прошла информация. Прошла... Ой-ой-ой. Кранов читает. Читает. Что сейчас будет делать вейк? Главное, его услышал. А, нет, смотри, вернулся. Ну да, правильно сделал, потому что плент-то его около них, он около кафеля. Ну можно было в ребро, смотри, вот сейчас вейк не будет чекать слева. Опа, видишь, не чекает. Вот там бы можно было сесть, он бы дошел. Но ну, все-таки так. Сыграть на 100%, чем оставлять парня, если вдруг ты его не сбреешь, оставлять 1-1. И дай бог, что случится, так же, как и с Эваном, 16 хп, он просто парню дал голову, вообще, рандом на 20-ке. И лучше сыграть на все то. То они сделали, в принципе. Слушай, как думаешь, а позовем на вторую карту кнопку из Z Nation? Да, давай позовем, в принципе, почему? Можно спросить друзья, как ей игра и что? У нас сегодня сюрприз за сюрпризом. Скорее всего, после первой карты на Deforge к нам присоединится замечательная девушка из коллектива Z Nation с никнеймом Кнопочка. Вот, прям просим. Я думаю, что никто не будет против. Вот, да и она сама, в принципе, обрадуется. Кстати, я, по-моему, стримил... А, нет, не стримил. Вру, обманываю. Я брал у них интервью, когда они просто были супер выдохшиеся на GLHF, когда я стримил все это дело и прямо из кликнета. Был у меня такой вот замечательный период, позвали всю вот армаду девчонок в комментаторскую, брали у них интервью, снимая на камеру. Вот, и я прям с ними вот стоял рядом, вопросы задавал организатор, не пустили меня. Хотя нет, пустили, я просто не захотел, был слишком уставший, там стрим был до 4 часов. До 4 часов утра, до 4:30, вот. Плюс интервьюшки всякие. Ну и вот девчонки там общались, я с ним поговорил, поприкалывался немножко. Вот, в принципе, и все. Я думаю, меня она вспомнит. Если я скину эту фотку, которая у меня была с Ланой, она по-любому меня вспомнит. Ну а так. А пока что еще один раунд отыгрывает ЕЛТЗ. 9-13 счет в пользу Б. Ребята, надо добирать 3 матчпоинта, а разрывы целых 4. В принципе, опять преимущество в раунде по живым людям у ЕЛТЗ. Сейчас... Надо в коврах хорошо сыграть, это делает Ешемицу, минус Плута. Отличное начало раунда от ЕЛТЗ, ребята всерьез взялись из-за своих оппонентов. Ты можешь пока кнопочку поискать? Тимспик или она? Кнопочку поискать, я с ней переписываюсь, я с ней в
в очень, очень даже хороших отношениях. Я с ней... Ну, зови прямо сейчас. Чего ж там? Чего греха таить? Она уже, наверное, там просто рвет и мечет. Давай быстрее, зови меня. Если стрим смотрит, по-любому. Да, она смотрит стрим, она смотрит его... Давным-давно. Это приятно. Так, ну здесь у нас очень грамотный дефенс от ЕЛТЗ, но дефенс любой ломается, и это сейчас нам демонстрирует Тигра 7. Остается один Эван в 3, минус Йошимицу. Торнадо с Джимбо сейчас будут разбирать, пытаться на болтике Эвана, 30 хп ему оставляют, дали в голову. И точку ставит в этом раунде Хуч, который взрывает с гранаты. Хуч замаскированный под Джимбо. Взрывает с гранаты оппоненты, и 10 раунд. Да что такое? 10 раунд для ЕЛТЗ. Да, пока у нас фризитайм, мне тут Флудзят пишет, передай привет Онегину и Саше. Я не знаю, здесь какая взаимосвязь, но привет Саше и Онегину. Я вижу кнопку, она в прихожке, можешь ее кидать к нам. Начнем стримить вместе с ней. Этот гранд-финал 90-й. Так, гранд-финал был бы... Double Elimination был бы грант, а у нас просто финал. Кнопочка, привет! Как твои дела? Конечно, подстава. Дела, в принципе, замечательно. У меня почти закончился в доме ремонт. Вот, я что-то жду, не дождусь. О, это самое. Самое плохое, когда он начинается. Когда он заканчивается, это просто лафа начинается. Заходишь домой, блин, где я? Да. Вот, но... У нас здесь счет уже 10-13 в пользу Би. Пока, к сожалению, Би приходится сливаться, я думаю, что это 11 раунд для ЕЛТЗ. Здесь плут у нас с Глоком. Годсмайл, прошу тебя скинуть хелтивишку кнопки. Если у... Сейчас, да, у нее... хорошо, секунду. Этого, этой айпишки нету, ну и плута. Надо отыгрывать свой Глок, есть, в принципе, пачка на руках, но здесь двух направлений сразу играет ЕЛТЗ, естественно, это 11 раунд. Два матчпоинта. Лучше прибавь ее чуть-чуть. Я прибавил уже. А ну-ка. Говорят, плохо слышно. Тест а 8. Ну-ка, как слышно? Раз, два, три. Раз, два, три, прием. А, слушай, да, вот у меня такой секретный вопрос. Мы уже пообсудили это, в принципе, с Годсмайлом. Еще раз. Помнишь ГЛХФ? Фу, ГЛХФ. По-моему, это было Горилла Кап. Да, это как... было Горилла. Помнишь меня, да? Да-да-да-да. Конечно, как бы ты не забыл. А, все отлично, прям вообще даже фотка не надо. Так, что началось вообще, я не понял. Начались, ну я не знаю, воспоминания. Замечательные воспоминания лановских вечеров. Пролагала колтвейт, применим. О, Дима, Дима, Хуч Богданов на бэп в приеме. Четырех парней сейчас откидывает флешечку на заход. Минус один, минус два. Проживом забирает через арку. Еще одного человека надо дальше открываться. Ему, по-моему, вообще пофиг на все, он спокойно совершенно играет. Прилетела флешка, подошел, посмотрел направо. А, нет никого, пойду отойду. Как-то так это все произошло. Ребята поставили плент, и, в принципе, сейчас будет очень жесткое отбивание его. Смотрим за этим, и ребята... Двое идут с банана, там их ждет Вейк. И... Тигра. Да. Остался один Эвен, и, в принципе... И его тоже забирают, прием. Все закончилось, да. Очень хорошо. Очень хорошо. Счет матча. 12-13. Одно очко разрыва. 12-13 в пользу Би, и ЛТЗ очень хорошо отыграли, куча матчпоинтов, и это пахнет равным счетом. Тринашка-тринашка. Да, как, кнопка, как тебе игра? Ты же смотрел, наверное, весь стрим. Ну да, ну вообще я рассчитывал, что все-таки компания Вейка выиграет ЛТЗ и как бы не оставит им шанса. Но я смотрю, тут очень жесткая борьба идет. За каждый раунд. Я знаю, да, что Джимбо это Хуч, и в принципе здесь да. Еще играет Мозг. Это бывший игрок Фарзов, что ли, я не помню. Что-то такое. Ну просто они как-то начали так хорошо за КТ. Вот, и я думала, не сбавят оборотов, но увы и ах. Может быть, они интригу. Снова интрига. Вот смотрите, Б. Ладно, снова интрига. Вейк сделает уже минус 4. Просто носится по карте и сбривает вообще все, что движется. Ищет, его остановили наконец-то. Торнадо не нашел. Ну ты смотри, 4 хедшота.
4 хеджота. Просто 4, да, 4 головы парень бегает и носится по карте и ставит по головам, ребятам. Да, по паблик моут он, членикс он, дах, голова, дах, голова, дах, голова, дах, голова. К сожалению, торнадо не нашел, он отомстил из своих тиммейтов. Строгий такой парень, не простил Вейка за эту борзость. Ну и в принципе здесь все понятно, выберу 14 раунд, возможно переломчик, наконец-то обратный такой перелом в сторону, в пользу Би. И 2 матчпоинта ребятам осталось до победы на первой карте. Какие прогнозы у вас по поводу, черт с ним, с Инферно, а по поводу The Forge? Forge будет, наверное, настоящей зарубой, в принципе, это, ну, так же, как Инферно, это будет притирка в притирку, это будет нереально вообще. Я, если честно, вообще не могу представить, что это будет на Forge, потому что очень редко смотришь, что, ну, играли на такой карте, вот, тем более, 2 таких сильных состава, это будет жарко, я думаю. Это недеф, это жесткий недеф. Сгорим просто от количества градусов, которые набежит на термометре после окончания форжаки. Я надеюсь, на самом деле, на третью карту, на Демираж, где все и решится, потому что очень хочется на такой противостояние смотреть гораздо дольше. Опять же, обожаю Демираж, обожаю... Это очень тактичная карта, команда, которую знают, естественно, и та, и другая команда в курсе, как играть на Мираже, а, да и не только на ней. Вот. А, лучше тебя обрадовать? Да. Тебя очень сильно обрадовать? Смотри, а, мне дали информацию о том, что наш стрим на Овнаде топ-1 по Counter-Strike. Поздравляю. Мы добились этого. Это круто, на самом деле. 170 человек зрителей, всем, каждому по отдельности и всем вместе. Друзья, большое спасибо за то, что смотрите, за то, что пишете хорошие комментарии, не очень. За конструктивную критику тоже спасибо. Мы обожаем, когда нас смотрят, нас любят и уважают. Это круто. Вот, да, будем дальше стараться для вас. Опять ЛТЗ отбивают, но они решили просто ворваться все. В руках, четвером. Но это плута. Это плута. Плутоний. По головам. Плутоний дает, да. Минус 4. А возможно и 5. Раз, два, три. Нет, все-таки 4. 4 фрага от плута, 15 очков у Би, 3 матчпоинта отыгрывать ЕЛТЗ, да и ничей. Но еще-то, это заявочка. Все-таки собрались. Да, ну, скорее всего, это будет карта за Б, потому что они нашли свою игру, все-таки они поняли, как играть с ЕЛТЗ. Опасный момент. Ишемицу, да, любимым поджиме ковров. Флешка прилетела. Ай, хорошая флешка по таймингу тоже. Ишемицу открывает, сбривает его. Но перед этим еще был убит Тайр. Уже преимущество. Смотри, на 2 тела. Врывается просто в спину парням и... Торнадо казнит. Вейка, тигре оставил 13 хп с гранатой. С гранатой ему еще занимает 4. Успел он отойти с опасной точки. И вдвоем сейчас Плута будет разыгрывать. Тихоншвили казнит тигром. Плута 1-3. Отлично зачекал Хуча через смог. Это хайлайт. Смотри, это просто хайлайт. Я вот уверен, не знаю. Постановка есть. Опа! Фиг тебе. Почти сделал. Закончилось на ура. Так. Мы, видимо, слишком много говорим. Кнопка замолчала. Я просто все во внимании. На самом деле, можно было взять спокойно и уже перейти на следующую карту. Но не захотели, ребята. Так просто все не закончилось. Так, лучше, пока у нас здесь фризи тайм, ребята, даже не ребята, а Плая, администратор проекта, просят сделать меня немного погромче, потому что как-то тихо. Как-то тихо. Не знаю, у меня, в принципе, нормально, но я прибавлю еще 1,5 децибельчика, тебе добавлю. Я надеюсь, что сейчас все совсем хорошо. Ребят, кто смотрит из френдов, напишите, пожалуйста, как меня слышно. Все нормально, не лагай, ничего. Ах, слышно, прием. Первый. Ну, неоднозначная игра. Очень серьезные коллективы, очень красивые фраги. Куча, уже штуки 3-4 халатов, как говорила боняшечка. Хайлайтов настрогали парни. И опять, пока счет не открыт, и... 2 матчпоинта осталось, я ЛТЗ отыграть до ничейного счета. Девайсы, естественно, себе позволили Би. Я думаю, что вот сейчас будет. Если сейчас возьмут ЛТЗ раунд, это будет пятнашка-пятнашка. Это очень плохо.
ЛТЗ ребра, решение отби, в принципе, правильно, минус сбритый, большие пески, но Тихоншвили не теряется, минус 2, заходи на плент с 20-очки, и еще одно, просто взорванное тело на подходах к споту. Ну что, 175 хп и 59 у плута, в принципе, 175 хп? Ну да, на двоих я посчитал, как бы. Ну, 175 получается. Ну, 175. А я что сказал? Ну, 175. Ты представляешь, 175 хп. А звучит-то как? У одного человека. Вот. Я тебе предлагаю, знаешь, что сделать? Открыть чат. Все-таки не разворачивать на весь экран контроль. Сделать ее в окне и открыть чатик на имбариновский. И комментировать какие-то моменты из чата. Был бы очень тебе признателен. Потому что я серфю Мирко. Друзья, заходите в РЦ-чат, rshot.imbarena.tv, заходим, общаемся, комментим, именно там, лично я смотрю все о наболевшем и так далее, все серфим там, и именно в него заходим и задаем самое вот, что ни так, на есть, личное. Так, в принципе, личное. Нет вопросов, да-да. И зато есть на Имбарене, на сайте мне задавали в личку, и, в принципе, я их озвучу, наверное, после... Инферно. Скорее всего так. Есть много вопросов к Оле, к кнопке. Есть вопросы и к нам. Ну, после первой карты, возможно, я... Хотя я думаю, тяжеловато. У тебя есть... Просто у меня никого из ЛТЗ конкретно нет в стиме. У тебя есть кто-нибудь? Из ЛТЗшников нет. В принципе, мне кажется, лучше их не брать. Пусть ребята натравятся на вторую карту и... Не, ну просто это попросить так. Сделать небольшой перерывчик 5 минут, и пообщаться с Олей. Плотно, так скажем, расспросить обо всех интересных. Вот у нас сегодня день интервью, реально, с кем только мы не пообщались. Вейк, оставаясь 1 в 2, пачка, в принципе, в пленте, о нем знают, флешка в лоб, надо сбривать. Нет, 15-15. Не отдает ЛТЗ. Оверы. Кот Смайл открыл. Да, я здесь. Чатик на сайте. И на сайте есть, и везде есть. Мне говорят, дайте слово кнопке. Пусть кнопочка поговорит, пообсуждает, постримит эту игру. Дайте кнопке слово, говорит. Давай, я буду молчать, я буду читать, смотреть, а вы стримьте. Конечно. На самом деле, мне кажется, что сейчас почти все раунды уйдут в копилку ЛТЗ. Ну вот сейчас вот неизвестно, как они сыграют. Нет, никак они не сыграют, они сольют этот раунд. Они бегают на овертаймах пока что. На вармапе. У меня подвисло. В вармапе. Плохо. Ретрай. Ретрай, вперед. Нет, стоят ребята, ждут чего-то, обсуждают. Естественно, первая карта, это очень важно. Карта самая легкая, скажем, из всех трех, и здесь надо давить. ЛТЗ смогли добрать до пятнашки, и, естественно, надо выжимать до последнего, до конца. Опять же, если они смогут взять эту карту по овертаймам, это будет большая минус мораль для Би. Сейчас там хуч всем раздает. Так, Петя, ты идешь туда. Вася, ты сидишь здесь. И так далее. Я думаю, Дима сейчас настраивает ребят. Говорит им, что делать. Ну, человек с большим опытом. Насчет морали, как бы, это не те игроки, которые... Ну, то есть, смотри, если бы это была последняя карта, то, да, как-то снизилась бы у них мораль. А так, они могут побороться еще на одной. Естественно. Это не проблема. Тем более, сейчас еще не факт, что они сольют. Они могут спокойно собраться и взять. Тем более, я уверена, что они могут поменять свой стиль игры, потому что знают, как и что, и как занимают они, что у них не получается, и что нужно делать. Так что, все возможно. Согласен с тобой полностью. Еще? Это вармап, да, у нас? Или что это? Контерстрике, да, это вармап. Гудсмал до сих пор, видимо, да, в чатик на сайте не зашел. Да я в чате, я сижу, я просто... Ну, комментируй, да, вопросы все, давай, начинай. Самое время. Блиц опрос Оли, мне сказали, типа, можно как-то так задать вопрос, что какая любимая еда у кнопки. Вот, хорошо. Итак, Оля... Любимая... Готово? Нет, это не блиц, это нифига не блиц, ты чего? Блицы это очень быстро, 5 секунд на ответ.
Вот, у меня нету, это и есть блиц, это его фишка. То, что отвечаешь, не думая. Правда, у меня нет вопросов, ну давай прогонимся по трем каким-нибудь моментам. Луч, нас здесь оскорбляют. Погоди, смотри, нас в чате пишет то, что приятная только кнопка, и коса у нее четкая. Спасибо. Между прочим, игра началась, алло. Да, мы в курсе, ну блиц, отложим немножко блиц до конца первой карты, все-таки, да, когда ребята доиграют. Закончить. Расстановочка от ЕЛТЗ, двое в поджиме банана, Хучи Кранов, подсадочка Тихоншвили в плент на его любимый ящик, Торнадо контрит зелень и шумится под коврами, смотрит двадцаточку. Вейк очень близко, а он стоял на коврах, шумится неаккуратно, Вейк вот тут же зачекал, спалил, уже первый минус от атаки последовал, естественно, перетяжечка. Видимо, упор на Б все-таки будет, и открывать будут именно эту точку. Ребята действуют от хуча, оставляют одного хуча на важных позициях. Хотя Вейк бегает в ребрах, вообще не боясь никого. И он понял, он понял все в этой жизни и бегает как хочет. Как мартовский кот сам по себе. Ой, как хорошо, приемчик-то какой радушный. От ЕЛТЗ не оставляет живого места. От ЕЛТЗ один плута. Боже мой, я просто не понимаю, вроде минус сделали на пленте, стопудово должна быть перетяжка. Почему мне сделать Б? Тем более, когда был там один человек. Они почувствовали, что там хуча, испугались и вернулись обратно. Дима у своей ауры отпугивает всех. Поэтому его и ставят на Б. Такс. Ну, да, то же самое. Сейчас Вейк попробует опять сделать минус на говро. Мне кажется, его примут. Тут опять флешка в лоб. Естественно, минус от Ишимицу с приседа. Найс, хорошо зачекали. Это любимая вот такая торнадо, по-моему, если не ошибаюсь, Ишимицу. Вот это их фишка. Один накидывает, тут же второй вылетает. И стабильный минус. Это хорошо. Так бы еще на Б выскакивать. Вот Кранов и Джимба. Который у нас хуч, на самом деле. Так бы выпрыгивали на хелпу. Но хотя, в принципе, не резон выпрыгивать на кайфель. Тут можно очень просто умереть. И атака вчетвером уже расплющить просто оставшегося человека. Раскид спота. Б-спота, простите, пошел. На приеме Кранов и Плута. Отлично, отличные кольды. Пока не получилось атаки открыться положительно. Но здесь Эмон делает минус 2. Собирает защиту. 3. В два ситуации, соответственно, защита, атака. Атаки надо отбивать до конца плент. Поставлена пачка. Защищаться, точнее, на споте. Эвен один. Прожим Тихона, но все. Торнадо, естественно, его разменивает. И два раунда уже за ЕЛТЗ. 17-15. Мне кажется, третий раунд тоже, скорее всего, будет за ними. К сожалению. Хотя вот, кстати, за кого больше ты болеешь? Я? Да. Такой вопрос уже задавали, я не успел ответить. Я, честно сказать, все свои эмоции внутренние, все свои мысли я отключаю на стримах. Я абсолютно параллелен. Единственный раз, когда я так накосячил, я не сумел это сделать, это когда играла Россия. Ну, я уж не помню, как, кто там играл. По-моему, это был GameGun, и кто-то какой-то наш коллектив в российский, вот не вспомню кто. Я очень конкретно за них болел, говорю, давайте, ребята, давите, все дела. Вот, а так я абсолютно сухо к этому отношусь. Честно сказать, болею за одну из команд, но не скажу за какую. То есть я считаю, что главная фишка стримера хорошего, он не говорит, не подчеркивает какую-то конкретную команду, говорит... одинаково за всех, и за тех, и за других. И никто не обижается. Ни болельщики, ни сами игроки. Вот так. Понятно. Итак, Айро остался один. Посмотрим, затащит он или нет. По идее, должен сейчас брить Библию. Хорош. Есть, и... чек. Ну, блин, я думал, он постарается все-таки взять этот раунд. А чего? 30 секунд, забирает пачку, бежит на Б. Все. В руках победа. Кранов, естественно, понимает, что
Что-то неладное происходит, никого нет на, никто не ставит, защита Б, уже постановка есть, а решает вообще никуда не уходить со спота, а занять позицию неплохую, неплохую за трешку, главное, чтобы не прострелили. Сейчас посмотрим, как будет действовать Кранов. Ялтазе нужен этот раунд. Ай-яй-яй-яй-яй, затопал. Да, на топола промахнулся. Ну что ж, это один матчпоинт все-таки улетел в копилку Б. 16-17 после первого половинки первых овертаймов. Снова Ракуно. И погнали. ЕЛТЗ 2 очка, Б надо отыгрывать целых 3. Годсмайл, что добавишь? А, я читаю, я жду, пока закончится овертайм, и там пару вопросов. А что с Монтичем случилось? Что он там творил? Я потом тебе расскажу после стрима. Приват? Это был приват, да? Да он запарил просто вообще всех в привате. Он и Крэш мне пишет, тоже так же, типа, доколебался. Ну ты меня понимаешь, о чем я. Ну я понял. О стриме и, в принципе, некорректные вопросы задает. Да пускай пишет. Жалко, что это их дело. Если вопросы некорректные, то человечек, неоднократно написавший такой вопрос и не понявший, что, собственно, это неуместно, получит просто бан, и мы будем спокойно дальше сидеть и стримить. Ничего не потеряем. Так, пока у нас тут подготовка аспота активная, ЕЛТЗ, проход ковров. Глянь-ка ты в чатик еще раз. Посмотри, что там пишут ребята. Ой-ой-ой, как хорошо, Плута играет с больших песков, по-моему, если не ошибаюсь. Нет, с малых сыграл. Отличные чеки от Тихона и Йошимитсу. Минус 2 на споте, уже поставлена по дефу пачка. Плута остается вот здесь один, очень опасная ситуация. Слушай, ЕЛТЗ, походу, додавят. Ну, походу, да. Но я говорил то, что они с КТ заберут тебе 3 раунда, только не удалось, конечно. Последний взять. Все 3 не получилось, но уже 18. Такие вопросы, это смешно. Бублик, он же вообще клоун. Такие вопросы прикольные, которые я озвучу, это нереально вообще. Так давай, жги. Нет, там 12 фастовых просто вопросов. Фига себе. Просто нереально. Это он одновременно все? Или быстренько? Вопрос. Или прям списком? Там бдж. А, понятно. Ты, в общем, отходишь от этого бдыша. Понятно. Ясненько, понятненько. А сейчас ЕЛТЗ доминирует на овертаймах. Но Б тоже не дремлет. Ребята-то сделали минус 2 по атаке. Не надо забывать, что Хуч играет за ЕЛТЗ, и он делает сейчас минус. И ситуация, в принципе, преимущество защиты, главное отыгрывать пассивно, я думаю, сейчас надо играть позициях своих Б, что если вылезешь, получишь в голову, и на этом все закончится. Смотри, вот. Вейк на полтора, он сейчас как раз может делать минусы важные, но все смещаются на Б. Он инфу дает. Это еще важнее. Он дает инфу, что никого на втором медле, никого на центре, что это скорее всего Б. Естественно, последовала перетяжка Эвана. Естественно, здесь Тигр уже Савика будет отстреливать. Минус 2! Дабл! Шикарно. Дима один. Я себя пропустил. Да ну. Спокойно совершенно проходит через дыр, но получает лоб от Эвана. Не растерялись Би. Забрали 17 раунд. Нас ласт раунд овертаймов. И есть возможность ЕЛТЗ отыгрывать его и взять первую карту. Либо будут вторые овертаймы. Я почему-то думаю, что могут быть вторые овертаймы. С них это как раз возможно. Вы молчите, ребят, там активно, блин, надо все в этот стримить, потому что ребята заняли полтора, они заняли ковры и уже все. Вот, давай. Я сейчас просто разойдусь, и меня не остановить вообще, ребят. Ну и так и давай, чего ж ты? Вейк прочекал просто, в принципе, сбрил двух пацанов на медле, одного
торнадо, да ну на вас! Вейк! Вейк, отличная игра с двадцатки, сбрил двух парней, но не успел повернуться на Тихоншвили. Была на торнадка, простите, был разменчик с ковров. Торнадо сбрили, но есть постановка пачки. Хоть в меньшинстве атак сейчас могут отыграть. Минуса тигры, кранов 1 в 3. Надо добивать, но нет! Это бешеный АПП 18-18. Вторые овертаймы, друзья. Вот так. Да. Вот так. Ла-ла-ла-ла-ла. Надеюсь, не будет не бесконечно. Ну что, пока у нас фризи тайм, у меня вопрос. Задала некая девушка под ником МРК. Кто любимый игрок у кнопки? Игрок, на самом деле, ну вот, сколько играю, и никогда, ну, для меня не было никогда примером, там, чья-то игра. То есть, как бы, да, я радуюсь людей, которые добились, там, вершин, скажем так, но не, ну, примером для меня не являются. Понятно. Ты знаешь, если кому интересно, я тоже немножечко расскажу про своего любимого игрока. Я, ну, ты знаешь, оценивать по... вы, точнее, знаете, вы что-то вдвоем, да и зрители. Вы знаете, на самом деле, действительно, оценивать кого-то отдельно, да, и ставить его культ такой личности делать у себя, это неправильно. Это, ну, не знаю, ну, что-то здесь есть такое вот нехорошее. Но есть один человечек, который удивлял всегда, который является легендой мира Counter-Strike, и это мой кумир. Его зовут Абдисамат Мухаммед с никнеймом Spawn, который играл за небезызвестный шведский коллектив СК и показывал что-то невероятное. А сейчас что-то невероятное показывает торнадка. Он зашкирился руками, пропустил всех, дал два головошота и дал Лейвену дефит, который открылся на него. И это взрыв бомбы. Это что-то с чем-то. Торнадо молодец. Стащил, конечно. Ужас, ужас, ужас. Просто вот это да. Вот этого я долго ждал. Это пошли самые, что ни на есть, жесткие такие раунды. Самые вот... Вот это вот спаун был... Вот как только сгорел о спавне, Торнадо реализовал один из таких раундов. Знаменитый ниндзя о спавне. Что он творил во время чемпионатов? Как он мог 1 в 4 пройти незамеченным, задефить пачку? Причем он... там на камеру было снято все это дело. Он дефит и правой рукой вот так машет. А не, точнее, вообще с мышки убрал левую руку. С правой руки убрал с мышки. Е нажал правой рукой, и левый машет рукой, типа, кулаком так, типа, е-е-е. Я это делаю, и реально это что-то с чем-то. Такие эмоции. Это такой мозг просто, супермозг. Он мог обхитрить кого угодно. Вот поэтому я и люблю этого чувака. Я люблю и смотреть мувики с этим хардкорным типом, черным властелином. И в общем-то, он является моим кумиром. Да, сейчас будет раскид Плута на пару. Севеном на приеме. Плута, к сожалению, умер. Ну да, естественно, минус дал в большинстве защиты. Сейчас надо отбивать снова постановку. Тихоншвили вдвоем с Джимбо сейчас будут отыгрывать. Б-спот. Ой-ой-ой. Банан очень неаккуратно. Куч не боится ничего. Открыл снайра, почти добил. 6 хп. Кстати, если бы он его убил, это был бы... Была бы очень большая перспектива взятия раунда атакой. Но не получилось, к сожалению. 19-19, last round первой половины вторых овертаймов уже. И пока счет одинаков совершенно. Да. Да. Конечно, это просто игра вообще, не знаю, на каком уровне, в принципе. Очень тяжелая игра для обеих команд. Просто вообще на высшем уровне тут и... Ну, пока они вроде бы как, знаешь, есть сила, есть возможности, есть... А будет третья карта... Ой-ой-ой, в коврах минуса сделали. Это будет что-то. Флешка была неудачная. Кто зафейлил флешкой? 1 в 5, и Эвен, в принципе... Кто зафейлил флешкой наказать? Здесь, скорее всего, ничего не сделаешь. Ничего не сделаешь? Да? И
да, и Хуча его просто зажал до конца. Но все-таки получилось, да. У Хуча и осечек не бывает практически. 20-19 в пользу ЕЛТЗ. Ребятам надо отыграть опять же два раунда. Теперь они за защиту. Защита сторона более сильная. И очень даже может быть, что ЕЛТЗшки смогут. Смогут все-таки, отбив 15 раундов, просто вывернув из рук победу Би, аж забрать победу по основным раундам, забрать эту победу по овертаймам. Какие вопросы в стиле лав?